Приветствую всех друзей канала Farnax Film. У нас сегодня на обзоре очередная новинка от компании Везувий — мангал Турист 2 с чугунной решеткой стейк и подставкой. Это мангал двойного назначения, потому что его можно установить как стационарно и использовать на дачном участке, так и взять с собой в поход и использовать его в полевых условиях. Мангал Везувий Турист 2 весит всего около 20 килограммов вместе с подставкой, которые также имеются колесики, с помощью которых можно его передвигать с места на место. Мангал изготовлен из стали толщиной 3 мм и весит чуть больше 13 килограммов. Собственно, поэтому он такой тяжелый. Его размеры 52 на 39 сантиметров, высота мангала около 20 сантиметров, а его глубина 17 сантиметров. В нижней части вдоль длинных сторон есть отверстие для поступления воздуха, необходимого для горения углей. А в верхней его части есть специальный металлический пруток, который приварен к стенкам. И этот пруток имеет также два назначения. Это установка дополнительных аксессуаров, вот таких вот решеток, и защита от деформации стенок мангала. В комплекте к мангалу идет вот такая новинка от компании Везувий. Мы также с вами ее уже рассматривали, когда были в гостях у компании Везувий на стенде на выставке «Салон каминов 2020». И в комплекте, естественно, идет такой необходимый аксессуар, как кочерга. Это маленькое, но необходимое устройство, которое поможет вам не только перемещать угли в мангале, но и также снимать и устанавливать решетку-гриль. Подставка для мангала невысокая, но очень удобная. На ней мангал стоит устойчиво, и тем более у нее есть ниша для того, чтобы хранить какие-то аксессуары, может быть, также подсушивать дрова. Эта ниша защищает ваш газон от мощного излучения, которое идет вниз от мангала и может повредить травку. Как я уже говорил, мангал можно с собой взять в поход. Его можно взять как вместе с подставкой, так и отдельно. Места в багажнике он много не займет, тем более внутрь него можно положить дополнительно аксессуары. Те же решетки гриль, тот же мешок с углем. Если место в багажнике позволяет, да и к тому же, если вы едете надолго на отдых на природу, то можно взять еще и подставку. Вечером вы можете с центральной площадки своего палаточного городка откатить его куда-нибудь в уголок, а днем, когда вы его будете использовать, вновь выкатить, и это будет выглядеть очень элегантно. Готовить на этом мангале можно все, что угодно. На решетке гриль можно приготовить любое мясо, можно приготовить овощи, можно приготовить даже рыбу, какой-нибудь крупный кусок. А также можно докупить отдельные аксессуары. У меня это плита для мангала гриль и также плита для бургера. Ну что ж, попробуем их в деле и посмотрим, насколько удобно ими пользоваться. Решетку тоже нужно прокалить, поэтому сейчас я ее установлю на мангал. Вообще, в последнее время компания Везувий не перестает радовать новинками для отдыха на природе. Не так давно мы с вами тестировали очень интересную садовую печь Везувий Легенда Гаден. Очень интересная, очень удобная и очень красивая печь. Ну а сегодня у нас на тестировании мангал Везувий Турист 2. Кстати, у этого мангала есть еще и младший брат — Везувий Турист 1. Как следует из названия, Везувий Турист 2 предназначен для одновременного использования двух решеток, либо двух аксессуаров чугунных. А мангал Везувий Турист 1 ровно в два раза меньше, и на него можно установить одну решетку. Также этот мангал Везувий Турист 2 доступен к покупке без вот этого шикарного аксессуара, без подставки. Будет стоить чуть дешевле, но поверьте, использовать его вот с подобной подставкой очень удобно. Мангал многофункционален. На нем можно приготовить классический шашлык на шампурах, можно приготовить овощи в решетке гриль, можно приготовить любое блюдо на решетке для стейков, можно приготовить что-то на сковороде, импровизированной сковороде, которая предназначена для котлет, для бургера.
Вот это я понимаю, настоящая походная еда, бургер. Ну, на самом деле, мы сегодня приготовили еще несколько блюд. И все эти блюда оказались очень вкусными. «Мангал Турист» от компании «Везувий» представлен в нескольких модификациях на сайте farnax.ru. Заходите, изучайте, покупайте, а также заходите к нам в гости в магазин «Farnax» в городе Новосибирск. Ну и, естественно, подписывайтесь на наши социальные сети для того, чтобы не пропустить самое вкусное и самое новое. До новых встреч, друзья, и приятного аппетита! Пока!